Всем привет! Снова я, ваш покорный слуга. Мы находимся в парке De la Conservación в Медельине. Опять меня сюда тянет, потому что здесь здорово. Вход стоит 23 тысячи песо, что я бы не сказал, что очень дешево. Но как для зоопарка, так вполне недорого. Ничего себе! И это не статуя, это реальная корова огромных просто размеров. Сегодня в программе вот такие быки. Чисто он огромный. Реально огромный маракан. Смотрит на меня неодобрительно и дергается. И один в один выглядит как какой-нибудь критский бык на вот этих вот фресках в древних дворцах Кноса, которые раскопали. Второй поменьше. Как смотрит. А что тебе надо, дружок? Мне ничего, уважаемый товарищ бык. Оцелот. Оцелота в прошлый раз не было. Вот он. Траву ест, ну как кот. Все коты любят траву. Кот оцелот. Глянь, как зарычал. Может, у него гон начался какой-нибудь? Ого. Ну, злющий, как просто мартовский уличный кот. Ну, кот он и есть кот. Ну, что ты с него возьмешь? Ну, к сожалению, никак его сфотографировать нормально не получится. Что он еще будет делать? Что-то с ним, не знаю, не то может. В общем, он чем-то расстроен. Рычит. Может, в логово полезет? Надоело ему рычать. Мечи. Злой кот. Злой. А есть еще и пушка. Какой же колониальный город без пушки обойдется? Что-нибудь написано на ее счет? Нет, не похоже. Но видок у нее, конечно, стародавний.